запрещает, значит, ты косишь по своей немощи. Знакомая моей семьи продала практически все, что у нее есть, и отправила своего ребенка на Канарские острова, потому что она очень за него переживает, за своего ребенка. И объяснить ей вот это все не представлялось возможным, потому что она говорит, это все, что у меня есть. Я готова отдать все, лишь бы мой ребенок был там, вдали от этой непонятной для меня ситуации. Вот вы, матерей, ведь понимаете? Понимаете их сердце в этот момент? Ну, я понимаю прекрасно, что каждой даме от природы Господь в большинстве случаев попустил родить множество деток. Если дама, исполняя эту заповедь Божию, плодитесь и размножайтесь, отказалась от, соответственно, искусственных средств прерывания беременности в самом широком спектре, то, очевидно, ребеночек у нее будет не один, а больше, в большинстве случаев. А значит, ей не так больно и страшно будет, соответственно, с ним расставаться, пусть даже на время. Что касается...